Погоны старшего лейтенанта внутренней службы ждут своего обладателя. Последние минуты перед важным событием – присвоением очередного звания сотрудник отдела государственного пожарного надзора Сергей Ларькин проводит на рабочем месте. Перед старшим дознавателем стоит ответственная задача – выяснить все обстоятельства, которые привели к возгоранию, установить его причину, если это необходимо, передать дело в правоохранительные органы. Государство и министерство поставили перед нами задачу расследования пожаров и расследования причин возгораний. Что произошло после пожара, что послужило причиной загорания и устанавливать виновные лица, есть ли они или нет. В этом году государственному пожарному надзору исполняется 92 года. Сотрудники подразделения проводят проверки на предмет соблюдения правил противопожарной безопасности на предприятиях и в организациях, расследуют причины пожаров. Особое внимание уделяют профилактике. У нас есть огромное направление по профилактике, которое минимизирует вот эти как раз произошедшие пожары среди населения, ну и, соответственно, стараемся и детей тоже воспитывать, как бы, чтобы они понимали, что такое пожарная безопасность, что это серьезно. На торжественном собрании по случаю профессионального праздника сотрудников государственного пожарного надзора присутствовали и те, кто стоял у истоков появления этого ведомства в нашем городе. Виктор Федорович Колмаков посвятил службе в пожарной охране полвека. В мои обязанности входило очень много. Я был на разных должностях. Инспектором пожарной профилактики, старшим инструктором, старшим инженером, инженером, начальником части и мобилизационной работой занимался. На торжественном собрании по случаю праздника звание присвоили двоим сотрудникам отдела государственного пожарного надзора. Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.